Стационарные пирометры IS-300, IS-310, IGA-300 и IGA-310 предназначены для бесконтактного измерения температуры объектов с металлическими поверхностями, а также графита, керамики и тому подобного. Миниатюрность пирометров позволяет устанавливать их на производственном оборудовании в ограниченном пространстве, а двухпроводная шина обеспечивает быстрое и простое подключение электрической части. Упрочненная конструкция корпуса гарантирует высокий уровень безопасности и надежности эксплуатации пирометров, даже в неблагоприятных производственных условиях. Пирометры серии 300 и 310 немного различаются оптикой и устройством корпуса. Кроме этого, пирометры серии 310 оснащены разъемом для подключения электрической части. С ними могут использоваться соединители кабелей длиной до 30 метров. Пирометры серии 300 оснащены неотсоединяемым соединительным кабелем с фиксированной длиной 2 метра. Для оптимального соотношения условий контроля пирометры могут быть оснащены одним или несколькими объективами, обеспечивающими минимальный диаметр области измерения. Аналоговые пирометры являются оптимальным решением для измерения температуры в производственных условиях по бесконтактному методу.